Закрытие всероссийских соревнований по боксу состоялось во Дворце спорта «Триумф». Финал турнира, посвященный памяти мастеров спорта Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина, собрал поклонников спорта со всей России. В этот раз за пояс чемпиона соревновались почти 150 спортсменов из 25 регионов страны. В финальных боях за титул сильнейших сразились 10 пар, которых в течение 4 дней ждал жесткий отбор по олимпийской системе. Победителям достались не только памятные кубки и медали, но и титул «Мастер спорта России». Те, кто уже являлся его обладателем, смогли подтвердить свой статус еще раз. Пытался выполнить это очень давно и очень рад, что я его выполнил. Следующая цель боксировать за сборную страны, представлять ее и выигрывать бои в международных аренах. Всероссийские соревнования по боксу класса А собирают в Люберцах сильнейших спортсменов ежегодно. В этом году они состоялись в 30-й раз. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.